капитан, если мы немножко нашу точку сменим. И а, сядем. Да. Ребят, сделайте сдвиги, будьте на сдвиге, хорошо? Кто остается в городе? Полностью? Касается Томаса, Гуфлера, здесь, Диса и Камикадзе. Они на этом все. Слышишь, сейчас. Не едет, сейчас. Все, давай, снимай. Вертушка на юге, прием. К нам на перерез едет. Вертушка на нас заходит. С юга. Вешайте, выдвигайте. Быстро. К забору. Дистанция метров 200. Орнита принял? Принял. Противник? Да, вижу. Да, он к забору подошел. Вообще никого не было. Я туда зашел. Блядь, а где они все, сука? Спереди пехота! Близко? По ходу справа! Близко! Три человека бежит! Назад! Увидел, нет? Это враг! Стоп! Назад! Выезжай обратно, блядь! Выехал! Стоп! Они нас не слышат, все тихо. Сейчас я их уебу. Блять, один сводит. Да по нам стреляет с пулемета. Так назад езжай, блядь, отсюда нам. Колесо, походу, сбили, где? Да, колесо назад. Давай, отъезжай, сколько сможешь. Все, спешивайся в кустах. На юг убегай, постепляйся близко. Все, спеш, стой, блядь.
Я восточнее метров 50. Пиздец, как он выжил, нахуй, ебать его. Ты троих убил, еще один как раз выбежал. Да нихуя там верх не остался. Так, у нас впереди техника, на юге, трубу, если что, готовь. До холма полтинник по верхней риске долбишь. Понял. Один пи***. Меня на 240. 220, все. На 220, я видел его. Все, я его держу, смотри по всей горе, по остальной. Лаги, что ли? Ты прям в него, бля, стреляет. Сейчас он умрет. Так, подхожу к тебе, потом перемещаемся на юг, принял? На юг? Да. Прерываешься. Сейчас двигаемся на юг. Принял. Значит, прикрываешь меня, стоишь, я перебегаю дорогу, закрепляюсь, потом ты, понял? Справа могут быть. Там трассера далеко на юге. За холмом нашим. Да хуеть, блять. Хандер гоняет, ребят. Пиздец. Братюня. Проверка. Сейчас, подожди, я включу. Раз, два, три. Ну извини, знаешь, в прошлый раз мы лавку. Да похуй, что там с лавкой, ебаный в рот, что за ебаный чешуйся, блядь. Мы за ней раньше с взрывчаткой бегали. Подожди, блядь, спроси. На кого? Кому-то плохо, да? А Вадим, на кого? Я на кого? Все отлично. Я за медицину сбежал. Ганс. Окей. А кто сдох? Ганс умер. Бля, как он умер? Пиздец, бля. Я не знаю. Так, давайте мне его автомат. Какого? У нас его нет. Давай, давай, давай. Нет у меня его. Так, Урал, давай-ка. Урал. Нихуя. Давай, давай, давай. Ура! А что вы мне взамен дадите? Я тебе. Пулю. Пулю. Так, кто там спиздел, блядь? Ну-ка, выйди, подай сюда еще. 74. Давай, удачи. Иди сюда. 74 куда взять? Уговорил. Блядь, как Ганс твой умер, ёб. О, давай мне вот эту штуку, блядь. Да, мне нужна на самому. Тебя Урал выбьет чуть ли не первым. Забьемся, что ты первый сдохнешь. Давай. Я не против. Все, окей. Кто из нас первый погибает, вот пятка потом иди. Ходи города. Ты Козлова чистый? Да. Подъезжай. Фонарю и начинай стройку осматривать. Блять, Виктор, так, внимание, ну здесь 70 с квинтом под мост, ребят, бегом. На связи.
Говорит просто друг, я отстал, двигался по южному склону холма, наш БТР выбили на маяке. Я принял, не светись, танк смотрит в свою сторону. Мэр, ГМР, блядь. Мэр, отзовись. Так, танк отработал по БТРу, Гольфу, БТР уничтожил. Куда? А, да мы слышали танк, знаем где он. Пора выносить его. Старик, ответь, сука, на ДВМ, блядь. Эхо на дальний. Наконец-то, короче, смотрите. На севере от вас стоит танк. Да, под мостом там, вообще, возьму половину. Метку. Блядь. А, конкурс, уничтожили танк, конкурс, уничтожили танк. Ооо, отлично, молодцы. Отлично, отлично. Наш бутер был приманкой для танка, блядь, танк уничтожил. Все, продолжаем движение, азимут 260. Так, внимание, к нам едет Шилка на юго-западе, гранатометчик. Так, заходим в дыру, на запад двигаемся. Смотрите Шилки. Заряжаю. На всякий случай. Все, тихо, сидим в контейнерах пока, ждем ее. Это вертолет, внимание, Шилка, не знаю, куда-то уезжает, да, на север города. Справа еще едет в городе. Вольф сейчас встретит Шилку, она едет прям к ним. Прям не стреляй по ним. Хватит, давай. Вижу ее, она объезжает нас слева. Давай. Ты можешь стрелять, поразить, стреляй, давай быстрее. Не попал, труба. Блять, перезаряжай второй быстро. Все муки нахуй на высоту забор, блядь. Тут живые еще? БТР живой. Пехота. Прибегает. Прямо живо? Наши есть, нет. Стрела 4 выжила? Да, живы. Ранки. Вертолет на следу. Вертолет на связи. Вертолет на связи. Да, Блэкстрот, заходим в город. Вертолет, ветка, один тех на больнице лежит. Поработайте, пожалуйста. Абу-Даби, один тех. Сейчас, смотри на юг, смотри, чтобы ты не вышел. Все раз повтори, ну, где... Я сейчас перемещаюсь на 200 до красного контейнера. Ты меня кроешь, понял? Понял. Если что, открываешь огонь на подавление, смотришь. Я пошел. Давай ко мне. Ну, смотрю, да, в кранах могут сидеть, блядь, отдельные пидорки, блядь. Их нужно сразу заметить, уничтожить. Давай тогда по ГБшке засунем. Нету ГБ.
Фаворит МД-4, на больнице враги есть? БМП, не стреляй, не стреляй, блядь! БМП, по своим долбишь. Мы возле церкви прием. После магазина будет посылки, брал. Окей. Похоже, в церкви один град закопан, здесь охрана. Принял. Хорошо. Да, вот и все. Ребята. А мы сняли, кстати, два фугаса первых. А мы сняли всего один. А вы на боку лежали. Так. Так, лазер на 40 светит, близко возле нас. Идет на север. Сейчас Бэху увидит. Орнита. Он ищет нашу Бэху по лесам, лазер. Еще один град. Что-то едет. Клевертушка. Урал же. Да. Противника наблюдаешь? Нет. Лазер шарил по лесам в районе нашей бэхи захваченной. Куда он смотрел? А, с юго-востока. Это вертолетный лазер. А, вертолетный лазер, знаю, понял, понял. Хорошо, короче, нам приказано выдвигаться в зону, закрепиться в районе стройки. Давайте, грузимся все. А что там катается у нас на западе? Катается. На западе что-то приехало, что это? Так, тогда пока не грузимся, осматриваемся. Вертушка на юге, прием. На перерез едет. Вертушка на нас заходит. С юга. Вешайте, выдвигаемся.